Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Маленький робот». И мы с тобой остановились на 13-й миссии. Газ и кактусы. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас тут такое. Что за газ? С чем это все связано? В пустыне, наверное, будет все. Ага. Так. Ну, во-первых, подберем с тобой батарейку. Это раз. Сюда что-то нужно. А вот что, пока непонятно. Так, подожди-ка, по-моему... И толк. Ага, газ. Швабра. Я вообще-то подумал, что это метла. Слушай-ка, а тут что-то у нас с тобой есть. А ну-ка давай-ка подметем крышу. Ну-ка наведем. Тут видишь что-то? Что-то обозначения какие-то есть. А значит так. Середина, два внизу. Один наверху. Это, видимо, куда-то нам нужно активировать все. Самое интересное. А это что у нас тут? Тут уголь. Блин, а слушай, а где еще батарейка? О, у меня заканчивается энергия. Это шестеренки, давай-ка мы их уберем. Батарейку вижу. Окей. Так, значит, мы с тобой должны привести в действие этот механизм. Что у нас тут? Ага. А вот как... Блин, а что, я не могу убрать вот этот лист? Он мне мешает. Вот. А теперь давай посмотрим. Так, середина. Внизу. Вверху, внизу, вверху. Середина. Так, середина внизу, вверху. Середина внизу, вверху, внизу, вверху. Ключ. Ключик. Так, подожди, ключ для чего? Блин, не пойму. Вот это что такое у нас? А, ключик вот для чего. Давайте, друзья мои, ключ и применим. Вот сюда. Снимаем замок. Открываем. И тут у нас газ. Ну-ка, если я, например, закрою. А я не могу здесь больше ничего перекрыть. Странно. Но ведь кактусы же... Так, это ничего не убирается, да? Нет, я не хочу подсказки. Мне немножко непонятно. Эти шестеренки должны крутиться, но как мне их запустить? Может быть, лопату нам нужно забрать? Ой. А вот и батарейка. Как раз вовремя. У робота взял. Так, теперь, значит, нам нужно с тобой, наверное, накопать вот этого угля. Судя по всему, ну-ка. Отлично. Лопата с углем. Теперь... Мы с тобой переходим сюда. Судя по всему, этот уголь нам нужно загрузить. Вот сюда. Закрываем. И механизм у нас заработал. Соответственно, открываются здесь врата. И мы с тобой должны решить маленькую головоломку. Ну что ж, давай посмотрим. Как-то вообще хаотично, ребята, да? Идет тут. Слушай, нам вот так вот, да? Это получается совпадение. Все, ребята, вообще элементарно решилось. В первый раз не так все было. Так, и мы получаем с тобой, наверное, 3 звезды, да. Ну что, идем на следующий уровень. Так, 14-я миссия. Грибное сумасшествие. Что-то, видимо, будет связано с грибами. Так, отлично. Давай-ка я загляну. Ага, здесь нужно подключить. А почему не... Ага, все, я думал, не достает. Батарейку сразу я вижу. Забираем. Так, что-то здесь нужно запустить. Пока... Ага, вон еще одна батарейка. Прекрасно. Сидит какой-то робот, смотрит телевизор. А здесь у нас ничто не... А, вот сюда, наверное, какие-то... Наверное, капсулы должны вставить мы.
Робот, отдай мне. А он ничего мне не отдаст. Так, что вот это вот за коробка такая? Давай посмотрим. Опа, батарея. Батарея. Типа кроны. Так, вот здесь надо разобрать завал. Что тут? Батарейка, понятно. Так, куда вот это вот мне может пригодиться? Давай подумаем. Может быть, вот сюда. Может быть, я не уверен, друзья. Ага. Так, напруга пошла. Вот оно как. Отсюда. И вот сюда. Ну что ж, попробуем. Попробуем с... Опа. Так не получится. Давай попробуем другим способом. Так, сюда. Так, окей. Так, тут... А тут если наверх... Хотя... Слушай, ну что-то получается у нас. Ага. И вот тут соединяем. Отлично, друзья мои. Кран. Так, ну-ка покрутим. Что-то... А что? А-а-а, смотри. Такая вот штука здесь мешается. Я думаю, что такое? Подожди-ка, вот так, наверное, должен соединить. Хотя... Понял. Предохранитель раз. Предохранитель два. И три. Три предохранителя. Нам нужно их воткнуть вот сюда. Раз, два, три. Ну вот мы с тобой и прошли этот довольно несложный уровень. И, наверное, на три звездочки. Нет, только лишь на две. Ну что же, 15-я миссия. Остановка у реки. Давай посмотрим, что у нас тут интересного. Так, это мы убираем, забираем батарейку. Вот это нам нужно или нет? Ага, рука. Здесь нужен ключ. Ищем ключ. Опа. Видимо, сюда мы должны руку вот эту вот положить. Ага. Ну что, давай решим с тобой мини-ребус. Вот сюда. Так, предположим. Давай наверх. Сюда. И вот так, нормуль. 21.38. Надо запомнить. 21.38. Так, еще одна батарейка. Так, шестеренка лежит, отвертка. А шестеренка вот эта мне не нужна, которая в воде? Наверное, нет. А что мы можем с тобой открутить? Наверное, вот здесь что-то. Ну-ка, попробуем. И зачем мы это делаем? А, там батарейка лежит, все, я понял. Вон она. Так, это уберем. Ключ красный, отлично. Ну, ключ, понятное дело, да? Открывать вот эти вот двери. А вот здесь мы с тобой будем вводить пароль. 21.38, да? 38. Отлично. Ну, тут вообще как-то, ребята, супер легко было, на самом деле. Тут должны точно на 3 звезды пройти. Да. Ну что, переходим на следующий уровень. Переходим на разбитый поезд. 16-я миссия. Какой-то... Напоминает мне чем-то метро, но никак не поезд. Так, что у нас здесь? Механизм. Непонятная приспособа, да, значит? Так, батареечку мы с тобой заберем. Энергия нам всегда нужна. Вот это что за жук тут? Уберем вот эту вот штуку. Этот жук вот непонятный, он... А, это мышь!
Опа! Эй-эй-эй-эй, а куда это она? Она убежала. Она убежала, друзья. Так, вот сюда, наверное, нам нужно воткнуть вот этот механизм, судя по всему. Нет? А похоже. Хорошо, если он не хочет. Что вот тут у нас тогда? Батарейка. Может быть, вот сюда? Да, вот сюда вот. Так, ну что? Кабель мы с тобой нашли, да? Которая... Мышка у нас утащила его. Я думаю, мы если подключим с тобой, что-то должно у нас заработать. Да не надо мне так близко, вы не тот ракурс берете. Ну-ка. Да подожди ты. Вот как это, да? Ага, загадка. Ну что, давай попробуем немножечко по-другому. Вот здесь поставим так. Два красных и синие. Вот, наверное, сюда, скорее всего, ребята. Не уверен. Хотя что-то у нас, по-моему, получается. Если вот сюда. Эту сюда. Да, ребята, ребус у нас решился. Фу. И что у нас тут открывается? Наоборот, перекрывается. Так, что-то здесь у нас должно быть. Ну-ка, открой. Ключ шестигранный. Это нам нужно для того, чтобы открыть вот эту самую дверь. Так, поворачивай ключ. Ну что, отлично, ребята. Два раза мне пришлось переигрывать этот уровень. Ну что, три звездочки? Шикарно. Поехали дальше. И у нас 17-я миссия «Тайная шахта». Ну что же, давай попробуем решить следующую головоломку с тобой. Ага, ну тут понятно, тут хлам разбираем, берем батарейку. Тут даже видно было сразу ее. Бочка с маслом, с мазутом каким-то. Ага, еще одна батарейка. А вот это что такое? Так, пустая канистра. А нам случайно не понадобится ли вот это вот масло? А ну-ка. Ага. Канистра с маслом. Видишь, тут у нас картинка. Залейте типа масло. Попробуем. Ага. Так, нам нужно сюда, да, значит, загнать. Ну, тут все тоже довольно легко, ребята. Рычаг. Что происходит? Ага. Ну, например, а вот этот робот, что он там... У него что-то внутри лежит. Так, что ты хочешь там показать мне? Хм, стоп. Вот это не могу... все, ребята, гаечный ключ. Ну, конечно же, я его и не увидел вначале. Тогда здесь сделаем с тобой проще. Откручиваем. И забираем ключ. Да елки-палки, я говорю, забираем ключ. Что ты меня все туда переворачиваешь? Зачем ты мне эти валуны показываешь? Время мое драгоценное тратишь. Просто открываем, забираем ключ. Все, вот здесь уже проход у нас, как говорится, на следующий уровень. Блин, из-за этого, наверное, звездочки лишился, да? Одной. Ну-ка смотрим, раз, два. Нет, все отлично. 18-я миссия, хватай и держи. Ну ладно, давай. Будем хватать и держать. Ух ты. Вот его надо хватать. Батарейка. Опа, закрутил. Что, что не так? Я вижу вот здесь, вот еще, видишь? Такая же штучка наверху. Так, это открывается у нас?
Сюда предохранитель какой-то нужен. Клешня. Так, сюда чего-то не хватает. Какого-то тройника. Здесь что у нас? Ну тут батарейка, это не то. Вот он, этот тройник. Забираем его. А вот этот можно? Так, эту палку убираем. Пока никак... Батарейку заберем с тобой вначале. Так, энергии пока достаточно. Тройник. Ну, к примеру. Пошел газ, да, по системе, я так понимаю. Теперь сделаем вот так. Ах, вот что. Ну-ка. Так. А что нам нужно с тобой? Ну-ка, так вот. Нет, неправильно говорит. Вообще ни один не совпадает элемент. Да что ж такое-то? Хм. Ну а так? Два совпадают. Так, что здесь было? Блин, я уже забыл. Это и капля, да? Вот так вот. Так, шнур. Капля. Вентилятор. Я. А вот и предохранитель, который нам нужен. Куда-то я его... Ага, вот сюда. Так, теперь у нас будет работать клешня. Она схватит этого робота, наверное, да? А, нужно, чтобы... Ну, давай, давай, давай. Не понял. А, мы еще управляем вот так вот. Ну, да хорош. А выдвинуть можно? Нет. Ты. Подожди-ка, подожди-ка. Мне показалось, или оно выдвигается? Да, конечно, оно выдвигается, ребята. Я и думаю, что-то не то. Блин, вот чуть-чуть бы и поймали бы. Ну, давай, 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 давай. А? Блин. Так, вроде бы... Лови. Да как так-то? Да я не могу понять. Вообще как-то мимо. Е! Вот так вот, да выпендривался, докатался он тут. Забираем болтик. Вкручиваем сюда его. Ну вот, двери и открываются. Но, скорее всего, на две звездочки, друзья. Потому что... Да, потому что было мало заряда. Переходим на 19-ю. Очистить и перезарядить. Ну что ж, плевое дело. Очистим и перезарядим. Нам не впервой. Какая-то типа фермы. Ага, нефть тут качает. Что, робот, у тебя тут есть для меня? Угу, пустая канистра. Вижу батарейку, заберем. Вижу батарейку, вижу вторую батарейку. Тоже заберем. Так, здесь ключ. Тут не работает. Ох ты, а тут-то что? Болгарка. Заберем. А что я должен перерезать, а? У меня сразу такой вопрос возникает. Может, здесь надо что-то сделать? Ну что, давай пробовать. Либо так, да? И никак по-другому. Ну, хорошо. Здесь делается... Так... Окей. Вот. Блин, почему у меня со второй попытки всегда получается все идеально? Я так понимаю, сейчас масло, да, закачает или что? Так, здесь надо... срезать.
Тут замок, видишь, висит. Срезали. Открываем. Так, ну нам нужно... А, подожди, вначале накачать надо. Накачали, да? Теперь зачерпнем. Канистра с маслом. Неужели нам вот сюда нужно? А, тут, скорее всего, ключ будет выплавляться. И куда нам тогда эту канистру с маслом? Тебе, что ли, дать? Или сюда? Ага. Налили ему. Он выпивает. Золотая плитка. Все, я понял. Плитку мы должны с тобой, наверное, вот почему-то растопить я не могу. А почему я не могу растопить плитку? Может быть, нам надо... Ах, вот как. А вот и ключик, друзья мои, который нам и нужен. Ну что, открываем двери. Открывай, открывай, не стесняйся. И мы переходим на следующий уровень. Ну тут ясно, 3 звездочки в плане. 2. Ну что ж, переходим. Странный вулкан, 20-я миссия у нас. Сколько здесь этих миссий? Я еще ни одного своего кореша не спас. Странный вулкан, да, значит? Ну что, сразу вижу батарейку. Забираем. Так, это у нас какой-то робот-рыбак здесь. Явно сюда что-то нужно будет втыкать. Блин, подожди, подожди, подожди. Вот вижу батареечку, давай заберем. Окей. Теперь попробуем решить ребус. С чем он связан? Хм. Так, раз, раз. Еще разок, что-то я не понял. Раз. Блин, подожди, раз. 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 Опять неправильно, блин. Надо вот отсюда начинать, блин. Раз, 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 раз. Здесь, вниз, вниз. Ага, ага. Так, так, так и так. Довольно легкая загадочка. Магнит. Теперь мы вешаем этот магнит на крючок рыбака. Так, надо приблизить. Опускаем. Поднимаем. Забираю эту шестеренку. И а, вот сюда мы ее, наверное, воткнем. Батарейка и динамит. Динамит мы должны, что ли, в вулкан кидануть? Я ведь правильно понимаю? Нет? А куда? Вот в эту избушку? Да нет, тут... Тут нам нужен ключ. Странно тогда получается. Робот говорит ничего подобного. Ты туда не имеешь права, типа, закидывать. А куда тогда? Сюда, что ли? Да нет. Погоди, а куда я тогда должен кинуть этот динамит? Может быть, поджечь его надо сначала? Точно. Что же я так, ребята, а? В тот раз же тоже, помнишь? Я все не мог понять, что у меня динамит не срабатывает. Его нужно было поджечь. Ну что, теперь открываем двери. Ну тут-то, в принципе, все легко было бы, если бы я не сглупил маленько по поводу того, что нужно поджечь фитиль. Ну, 2 звезды, понятное дело, да?
Ну что, переходим с тобой на спрятанные монстры. 21-я миссия у нас. Окей, давай смотреть, что у нас тут с тобой такого интересного. Спрятанные монстры. Я вижу вот батарейку. Там какой-то маленький робот спрятался от солнца. Лопата. Лопата, подожди-ка, вот тут вот. Ага. Что это у нас? Электрошокер. Давай вот этот хлам разгребем. Там батарейка 100%, тебе говорю. Угу. Так, тут-то что у нас? Ха. Что это туда, может быть? Ого. Пульт. Пульт. От чего пульт? От чего может быть пульт? От этого робота, что ли? О, как. А тут я вижу маленький аккумулятор, да, у нас? Угу. Предохранитель, точнее. Ну что же, его надо воткнуть сюда и решать головоломку. Ёпрасы ты, опять? Опять эти... Одинаково абсолютно, да? Просто не догоняю. Опа. Чисто, ребят, на шару. Так, и что я должен? Крутануть, наверное. Так, точно. Ключ у меня, друзья. Ну что же, открываем и идем с тобой на следующий уровень. Уровни-то вообще на изи, вот за исключением некоторых головоломок. Так, только не говори мне, что я не заслужил 3 звездочки. Все должно быть идеально, вот, видишь. Ну что, звездные врата. Это 22-я миссия у нас. Ага. Так, рычаг. Рычаг. Я могу сразу, что ли, отгадывать? Ну давай. Ой. Попробуем. Так, а нам отсюда надо. Так. Сюда, сюда. Угу, во. Ха. Быстро отгадал. Что у нас тут активировалось? Опачки. Батарейка плюс... Плюс батарея. Куда это нам с тобой нужно воткнуть? Так, я еще батарейку вижу. Что-то вот сюда надо воткнуть. Ага. Погоди-ка. Хм. Не срабатывает. Может быть, рычаг сюда нужно воткнуть? Так точно. Убрала его, да, короче. Голубой чип. Голубой чип, а куда его приспособить-то? Красный чип. Так, тихо, вот это вот, наверное, надо крутить нам, судя по всему, да? Нет, 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 подожди. Вот это я имею в виду, надо крутить же. Сюда красный чип. Или что, синий? Ну подожди. А что не так-то? Сюда вот. Ну. К примеру. А почему сюда-то красный не втыкается? Я не... Дай... Твою ж налево, вот специально время тянет, а? Зашибись. А какая разница в последовательности? Я не вижу, ребята. Ну что, звездные врата открылись. Да, 2 звезды. А, нет, 3. Давай
23-я миссия называется «Качай». Чего только качать, масло или воду? Ну, 100% масло. Тут воды никак не может быть, так как это роботы. Опачки. А тут как раз-то вода, бассейн какой-то с водой. Бедный робот сидит, грустит. Батарейка. Так, что-то ему надо. Сюда нужно... Так, секунду. Здесь не хватает ключа. Стоп. Ах ты, жук ты. Что? Ты посмотри-ка какой, а? Говорит, ага, вижу. Говорит, шиш, ты меня взломаешь. А это мы сейчас еще с тобой посмотрим. Так, срочно решаем. Блин. Решаем. Решаем нерешаемые задачки с тобой. Блин, вот как они должны решаться, а? Вот скажи мне на милость. Не пойму, вот. Ну вот как это должно решаться, а, ребят? Они не должны пересекаться. Да как же тут... Как ты тут не пересечешься, а? Как? Не пойму. Ну давай, ага, все. Ребятушки, успел я, успел. Так, батарейка, это хорошо, шестеренка. Шестеренка, куда ты? Может быть, здесь где-то? Вот, скорее всего. А куда тебе-то втыкать здесь? А, вот. Надо было его просто отключить. Давай сюда. Ага, скорее всего, у нас, друзья мои, вот у него сзади, да, тот самый предохранитель, который мне и нужен был. Все заработало. Откачали воду. Ну, я так понимаю, это проход? Или нет? Хм. Стоп. Так, там что-то я... Ну, понятно. И батарейка. Батарейку возьми. Вот теперь мы с тобой открываем, да? Все, поползли. Интересно, 3 звезды? Ага. Отлично. Ну что же, переходим на 24-ю миссию. Хороший мальчик. Прям такой хороший мальчик. Давай посмотрим, насколько он хороший. Так, сразу это убираем. Да уйди ты, эта коробка. Посмотри, а. Угу. Эту шестеренку я не могу даже сдвинуть. Еще одна батарейка. Окей. Что у нас тут наверху? Ломаем. Труба. Труба. А куда она нам нужна, эта труба? Кстати, ломик можно взять эту? Можно. Почему взял, ребят? Потому что вот здесь, вот, видишь, еще. Ломаем. Раз. Два. Ага. Труба. Куда эту трубу нам нужно воткнуть? Все, я, кажется, понял. Отлично. Так, головоломку давай решим. Ёлки ты палки. Ну давай еще разочек подумаем. Как тут можно нам с тобой сделать лучше? К примеру, давай начнем так вот. 2 красных плюс синий, да? Это вот... Нет. Ха! Куда бы тебя воткнуть-то? Так, что ли? Ну, предположим, ребят. Здесь, например, сделаем вот так. Дальше. Можно вот так вот предположить.
Дальше. Здесь не вариант, да? Здесь не котируется такая штука. Здесь... Ага, две красных. По-моему, это вот тут должна быть. Потому что, ну, нет у нас на углу, чтобы было... А здесь... Да... Как меня вот это раздражает. Я не могу просто, друзья. Сюда. Тогда две синих у нас не выходит здесь. Хотя, подожди-ка, вот же. Но мне надо не так. Блин. Хорошо. Может быть, вот так вот сделать? Здесь, предположим, так. Здесь вот так. Тогда нет, тогда мы сделаем вот так. И вот так. Ух. Да ты будешь разворачиваться-то или нет? Сюда. О, смотри, все, ребята. Получилось. Так, врубаем рубильник. Что такое? Ты включай рубильник мне. А, вот тут еще у нас оказывается. Ну-ка. Ломаем. Ха. Мячик для собачки, для этой. Наверняка. Что там у тебя? Лампочка. Собачка улетела. Лампочка. Куда эту лампочку воткнуть надо? Сюда. Хорошо. 46-15. Для чего этот код? Ага, вот здесь вот. 46-15, да? Норма. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!